Итак, всем снова привет, и сегодня я вам покажу свой заказ из компании Marie Kay. Давно я уже не делала заказов, наверное, скажете вы, увидев мой плейлист Marie Kay на моем канале, но это не так. Дело в том, что в прошлом году, где-то, наверное, в конце сентября или в начале октября был сделан заказ, но, к сожалению, я удалила случайно видео со своего компьютера, и оно, естественно, потерялось, и возврату уже не подлежит. На самом деле был у меня хороший заказ, там у меня были водички, но как раз таки я вам сейчас все и расскажу. Делала я заказ не так давно, вот, но, к сожалению, на складе не было нового каталога, поэтому я покажу вам старенький каталог, не удивляйтесь, это осень-зима 2020 года, вот, поэтому удивительно, как я хорошо открыла, прямо на нужной страничке. Я вам в предыдущих видео рассказывала, что я всегда отмечаю галочками те парфюмы и те помады, да, блески, которые у меня уже есть. Итак, давайте все-таки начнем с ароматов. Как вы можете видеть, сейчас у нас в компании Marie Kay практически ничего не изменилось, все ароматы те же самые, за исключением нового парфюма Illumine. Но этот парфюмчик, он очень терпкий, я, конечно, его буду заказывать где-то осенью на зиму. Итак, среди всех ароматов, которые представлены в данном каталоге, я хочу вам рассказать про аромат, который я как раз-таки в прошлом году заказывала, но видео, как вы понимаете, нет. И эта водичка у нас Dream Fiercely. Вы можете видеть внизу, что около каждой водички есть обозначение шипровое, амбровое, фужерное и так далее. И хочу вам немного про него рассказать. Вот как раз-таки у меня сохранился флакончик, специально оставила для вас, чтобы вам показать. Очень хороший такой большой флакон. Вот, интересный, стеклянный, очень красивенький. Он у меня уже закончился, я его использовала в зимний период, он мне очень нравится. Я, конечно, здесь чувствую разные нотки. Вообще компания Marie Kay, конечно, отличается от других компаний тем, что у нее ни один аромат практически не схож на другой. Вы можете видеть, что флакон выполнен из такого вот двухцветного стекла. Очень интересный аромат. Ну и хочу рассказать, что же входит, какие нотки, хотя вы можете видеть, наверное, если поставите на паузу. Я сейчас поближе поднесу, чтобы было видно. Вот, и здесь я уже галочкой отметила аромат, который я как раз-таки купила взамен тому аромату, который у меня закончился, из этой же коллекции Fiercely. Ранее у меня был Life Fiercely, он, конечно, мне тоже нравится, он такой легенький. И вот последний такой аромат из коллекции Fiercely, это Love. Здесь у нас 50 мл, но хочу сразу обратить внимание, что компания Marie Kay никогда не упаковывает в слюду свои ароматы, но при этом я хочу заметить, что на самом деле при этом приходят все упаковочки в очень хорошем состоянии. Ну, здесь мы видим, что действует до 1-24. Eau de Parfum. То есть это туалетная... Нет, не туалетная, это парфюмированная у нас водичка. Ну и давайте посмотрим, что же это за аромат. Очень интересная упаковка. Вот. И... Та-дамс! Вот такой вот граненый, точно такой же, как вы можете видеть. Сейчас покажу вам предыдущую водичку. Абсолютно идентичные флаконы. Единственное, что у них различие, это в крышечках. То есть они все разные. Вы можете видеть, очень интересный такой подход. Вот. А так сама, сам дизайн, он абсолютно идентичный. Очень интересный такой. Вот. И давайте же посмотрим, что это за аромат. Сейчас я, честно говоря, первый раз его буду тестировать. Сразу же я начинаю чувствовать такие, знаете, очень
свежие фруктовые нотки. Давайте посмотрим, что входит в его состав Love Firstly. Ну, во-первых, это у нас получается фруктовый аромат, цветочный и шипровый, на минуточку, шипровый. Очень интересно. Аромат для сильных и уверенных в себе женщин, умеющих любить и сострадать. Верхние ноты — розовый перец, кардамон, мандарин. Средние ноты — розовый пион, арабский жасмин, цветки сливы. И нижние ноты — австралийский сандал, индонезийские пачули и маслянистый мускус. Очень, конечно, интересно, как он вообще раскроется, потому что здесь есть такие компоненты, как кардамон, розовый перец, мандарин, слива, жасмин. Все эти компоненты я очень люблю в парфюмах. И, конечно же, мне интересно, как он себя раскроет. Ну, конечно же, потестирую, чуть попозже вам расскажу о своих впечатлениях. Вообще все ароматы Mary Kay, они универсальны, и, конечно же, я вам сейчас еще раз расскажу о своих любимчиках для тех, кто недавно подписался на мой канал или, может быть, искал свои ароматы и не нашел. Ну, в общем-то, давайте расскажу немножко. Все ароматы я уже тестировала, естественно, все они у меня были. Мне очень нравится из летних парфюмов, это парфюмерная вода Journey, вот она вот так вот выглядит. Очень интересно, это цветочный водный аромат. Здесь у нас ледяная мята, водяная лилия, дикая фрезия, английский пион, абрикосовый мускус и звездчатая полынь. Очень мне нравится этот аромат, он для меня вообще, знаете, такой аромат праздника, аромат шампанского, аромат, наверное, приключений каких-то, но очень интересный парфюм. Вот, прям вот, конечно, очень шикарный, и, конечно же, летом я его стараюсь всегда приобретать, но обычно, когда выходят какие-то новиночки, я всегда покупаю только один аромат, чтобы побыстрее он закончился, да, и вернуться к своим любимчикам. Вот, ну и зимний аромат, конечно же, это «Думая о любви», а нет, «Думая о тебе», «Thinking of you». Вот этот вот аромат, он, конечно, волшебный, здесь всего 29 мл, и здесь искрящийся мандарин, белый сочный персик, спелая слива, кремовый жасмин, розовая жимолость, туберозы, нежный ландыш, бобы тонко, абсолют ванили, пачули и мускус. Ну, я, конечно, опять же понимаю, почему он мне нравился, потому что там тоже есть нотки бобов тонко. Очень мне нравятся вот эти два аромата, ранее еще был с бананом. Вот аромат тоже такой вот в капсуловидный, скажем так, в формате, но потом его сняли с производства. Надеюсь, что все-таки компания Mary Kay будет радовать нас хотя бы раз, ну или пару раз в год какими-нибудь новыми ароматами. Вот, но вы можете поставить на паузу и прочитать про каждый аромат. В принципе, на сайте тоже вся информация есть. Так, не буду вас более утруждать. Давайте все-таки мы вернемся к основному заказу. Можете поставить на паузу и почитать. Так, с ароматами разобрались, и давайте пойдем дальше. Заказ у меня был не очень большой, но все нужное. Также я купила из новой линейки Time Wise Age Minimize 3D очищающий гель. Здесь у нас гель 4 в одном для нормальной и сухой кожи. Здесь у нас по объему, по-моему, 127 грамм. В общем, я из этой линейки еще ничего не пробовала, потому что не было такой возможности и надобности. У меня до этого были тоже средства. Вот, и их нужно было, конечно же, сначала использовать. Вот такой вот интересный тюбик, он достаточно массивный, большой, и здесь у нас такой вот очень нежный розовый оттенок. Аромат достаточно приятный. Хочу показать всем, что в этом очищающем геле есть скрабирующие частички. Вот таким вот образом все это выглядит. Пахнет, кстати говоря, очень приятно. Густой крем, то есть его нужно совсем капельку нанести и разнести по всему лицу. То есть он очень экономно будет использоваться.
Очень приятно пахнет, конечно, вообще восторг. Ну и, конечно же, фаворит компании Mary Kay – это средство для снятия макияжа с губ и с глаз. На масляной основе, двухфазная. Я его когда-то очень давно брала, потом как-то так получилось, что бываю в основном в каких-либо походах, либо поездках, и не всегда есть возможность, конечно же, приобрести, поэтому приходилось покупать походные варианты, вот, средств для снятия макияжа с глаз, но вот я так... Так как я решила уже оформлять заказ в компании Mary Kay, то решила и взять это самое средство. Оно двухфазное. Для того, чтобы воспользоваться, нужно вот так вот потрясти. И, собственно говоря, вы можете видеть, как тут все красивенько переливается. Вот. И моментально ничего тереть не нужно. То есть вы наносите на спонжик, либо на ватный диск и просто прислоняете к векам, ну, либо, да, к губам. И через несколько секунд просто снимаете мягким движением свой макияж, то есть втирать его не нужно. Он абсолютно безопасный, подходит для тех, кто носит контактные линзы, поэтому средство очень щадящее, скажем так, и очень хорошее. По объему здесь 110 мл, но поверьте мне, его вам хватит на год. Так, ну и последнее средство, которое у меня было в заказе, и это мне, конечно, компания в подарок прислала, вот такой вот тоник для лица из новой, точнее не тоник, а мицеллярная водичка, здесь 29 мл. Она мне прислала в подарочек, конечно, я не сказано рада. Вот, конечно же, есть полноразмерная версия данной мицеллярной воды, это у нас новиночка. Мицеллярную воду можно также использовать как тоник для лица. Собственно говоря, вот такой вот небольшой мой был заказ из компании Mary Kay. Вот. И, конечно же, что же я хочу вам еще показать. В связи с тем, что видео у меня предыдущее не сохранилось, но у меня остались средства, которыми я до сих пор пользуюсь из компании Mary Kay, и я вам готова их показать. Итак, давайте, наверное, начнем. У меня их не так много, этих средств. Конечно же, у меня закончилась тональная основа Time Wise Matte 3D Foundation. Здесь 30 мл. Кстати, цвет здесь Ivory 140. А нет, что-то еще осталось. И даже практически еще на один раз. Ну, давайте посмотрим. Очень много я нанесла, конечно. Ну ладно. Сейчас, конечно, камера немножко, знаете, такой в оттенок желтизны передает. На самом деле это не так. Она очень светлая. Вообще, я даже хочу попытаться вам показать действительно оттенок. Просто, может быть, на белом фоне будет видно. Вот, сейчас, конечно, более правильно показывает. В следующий раз буду снимать вам на белом фоне, так будет более четко. Вот сейчас именно правильная цветопередача идет, вы можете видеть реальный цвет. На лице, конечно, она подстраивается под кожу, но она, конечно, немножко такая, знаете, светлого оттенка, то есть она не на загорелую кожу. На сайте есть на самом деле тест, который позволит вам выбрать правильный оттенок вашей кожи и подберет тональную основу. Из тех продуктов, что у меня еще в использовании и они не закончились, это, конечно же, декоративная косметика. Вот хочу показать вам, поделиться с вами. Это у нас коллекция Mary Kay Nourishine Плюс, это у нас оттенок кафе Оле, если я правильно прочитала, не знаю, поправьте меня кто-нибудь. Я сейчас вам расскажу, это у нас, по-моему, кофейный оттенок, он есть в каталоге, как вы можете видеть, я здесь все отмечаю. Это у нас оттенок кофе с молоком, вот с левой стороны вы можете видеть. Вот, серебряная луна, вот как раз таки хочу тоже повториться, очень интересный оттенок, он с таким, знаете, в голубизну передает, можно наносить просто поверх любой помады, можно, вообще, в принципе, любой блеск можно наносить поверх помады, можно просто на губы наносить, и они тоже очень интересно смотрятся. Вот, данный блеск, я вам правду скажу, он у меня очень долго, он у меня уже больше, чем полтора года.
Кстати, срок годности его до 10-21, но я думаю, что я его использую, потому что у меня здесь уже осталось совсем чуть-чуть. И давайте же посмотрим оттеночек. Сейчас буду вам все показывать на белом фоне, потому что камера, конечно, немного уходит в желтизну. Во-первых, что хочу сказать про этот блеск. Он очень стойкий, он не скатывается, он имеет такой приятный кофейный действительно оттенок. Когда он сходит с губ, остается, знаете, такой все равно оттеночек, как будто, вот на мой взгляд, он как будто бы впечатывается в губы. То есть есть какой-то такой пигмент, но он очень приятный. То есть нет такого, да, что вы там что-то съели, у вас там что-то где-то осталось, там какая-то помада. Нет. Этот блеск очень мне нравится тем, что он действительно там со временем, естественно, исчезает, да, вот этот цвет, но остается очень такая интересная дымка на губах, и он действительно еще защищает губы, этот блеск действительно защищает губы. Вот, мне очень нравится эта серия, пока я не приобрела, потому что у меня, как вы понимаете, еще есть данный блеск. Я думаю, что как раз таки до конца сентября я его использую и, может быть, потом уже что-то другое приобрету. Обычно я блесками пользуюсь всегда исключительно только в теплое время года, то есть это летний сезон. На зиму я себе обычно покупаю помады. Помады в компании Mary Kay тоже есть, и у меня уже закончились помады. Вот, вы можете тоже видеть, здесь есть и помады с сияющим финишем, и с матовым финишем. То, что отмечено кружками, это я планирую приобрести. Вот у меня была помада Mode Pink розовый зефир, возможно, в предыдущих видео я о нем говорила. Вот, также был ягодный коктейль Crushed Berry, матовый финиш. Помада держится в Mary Kay очень долго, они очень хорошие. Вот, и я честно хочу сказать, я даже не успеваю честно использовать всю помаду до конца ее срока годности, то есть настолько она экономно используется. Поэтому если кто-то думал, искал, то помады Mary Kay — это ваш формат, потому что они очень действительно экономно используются и надолго их хватает. Ну и давайте последний продукт покажу, который я тоже использую. Это у нас Purple Nova, это у нас тени для век. И это оттеночек такой сливовый, и что хочу сказать про него, очень удобно растушевывается, то есть нужно совсем капелюшечку нанести, чтобы сделать хороший смоки айс. Интенсивность цвета, как вы понимаете, можно регулировать, то есть чем больше вы нанесете, тем, скажем так, насыщеннее будет ваш цвет. Вот вы можете видеть, да, как можно регулировать интенсивность цвета, то есть можно сделать такой нежно-лиловый оттеночек, а можно сделать такой достаточно насыщенную такую прям сливу-сливу. Данный оттенок подходит особенно для тех, у кого зеленые глаза, серые глаза, в принципе он универсальный, его можно регулировать и растушевывать абсолютно со всеми тенями. Вот, ну, в общем-то, пределу нет конца, каждый, да, выбирает и придумывает что-то новенькое в своем макияже, поэтому присмотритесь, очень хорошие, именно очень хорошие тени, потому что их не нужно растушевывать никакой кистью, просто пальчиком нанесли несколько штрихов, растушевали, и ваш макияж абсолютно готов. Вот, так что присмотритесь, очень хорошие тени. И сейчас у нас в компании Mary Kay, вот с 16 июля, вышли новиночки. У меня их нет, к сожалению, но они есть на сайте, вы можете посмотреть. Там тоже есть сияющие два сияющих таких продукта для глаз, именно тени. Вот в таком же формате. Ну, можно сказать, что это жидкие тени, да, они очень хорошо растушевываются.
Так, ну что же, наболтала вам на целых чуть ли не 15 минут. В общем-то, вот такой вот был мой небольшой заказ из компании Mary Kay. Если у кого-то есть какие-то вопросы, может быть, задавайте, комментируйте, буду вам рассказывать. Кто не пробовал продукцию Mary Kay, можете попробовать, решать вам, каждому свое. Вот. А так, в принципе, да, качество хорошее, хорошее качество, ничего не могу сказать. Да, косметика, она не бюджетная, но дело в том, что здесь такие средства, да, которые сделаны достаточно и произведены с целью экономного использования, поэтому, в принципе, свою цену они оправдывают. Вот, так что всем хороших выходных, всем пока-пока.